ты что, бля, не видишь? Устанавливаю дорожный знак, говорящий о том, что здесь поселок Шершуны Минского района, где живут счастливые шершуняне и шершунянки. Дядечка, вы помыляетесь? Шершуны – это там, где черговая резиденция гаранта. А тут же никакой резиденции нема. В том-то и дело, мля, что нету. Поэтому шершуны будут здесь. И никакие вражеские СМИ не смогут, мля, даже шуршать про наличие здесь резиденции. Да кто ж тебе поверит, автозак ты пляшивый. Вон даже ребенок знает, что шершуны – это там, где резиденция гаранта. 17-я! Ты, бабка, сейчас дошуршишься, и я отправлю тебя в твою третью резиденцию. Какую еще третью? Во, придумал! У меня, к твоему сведению, ни резиденции, ни зарплаты, ни перспектив. А ты своей головой посчитай. Первая резиденция у тебя по месту прописки в общаге, вторая в твоей будке, а третья будет на Окрестино, где ты, мля, будешь отдыхать следующие 15 суток. Ты что, дуболом пятнистый, опять с утра кирпичи об голову ломал? Ой, доиграешься! Отправят тебя у твою главную резиденцию. Это куда еще? У новинки. Теточка, теточка, а кто такой резидент? Резидент, пацан, это тот, кто живет в резиденции. А у чем его помылка? А в том, что он думает, что мы про его резиденции ничего не знаем. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас святая кумир галерки и портера Гоша Застабильный и выдающаяся пианистка первого разряда Фаня Критикан. Гоша, який перший разряд? Я что вам, сантехник? Вы не понимаете своего счастья, Фаня! Наше правительство с нового года повысило зарплаты для бюджетников первого разряда на целых 8 рублей 50 копеек в месяц. Представляете, как можно развернуться? Уявляю. Раз на тыдень можно будет дозволить себе бутыльку кефира и полбатона. А вы что, хотели целый батон? Может, еще и золотой, как у Януковича? Не повторяйте, Фаня, ошибок Майдана. Учитесь у гаранта. Он-то точно сделал выводы. Поэтому и строит себе резиденцию за резиденцией. А какая сувязь? А вот послушайте. Конечно, это связано. Когда увидишь своими руками, как говорят, глазами потрогаешь, по старой украинской традиции, то тогда все становится понятно. Моя главная ошибка в том, что у меня было всего 14 резиденций. А если бы у меня было 17, как у Александра Григорьевича? Представляете? Народ с Майдана до 17-й не дошел бы. Они устали бы и разошлись. Так что я стал жертвой своей врожденной скромности. И у меня ничего не осталось. Даже карандиш зломився. Бедный, бедный Янукович. Может, скинемся ему по 8,50? 8,50, Фаня, ему уже не положено. У него же уже не первый разряд. По-моему, сейчас и нашим уладам разряд злегку понизить. Опять вы злословите. Я знаю, Фаня, что вы критикан, но не до такой же степени. Вы что, не читали в Советской Белоруссии про наши успехи? А кто же я ее читаю, опроч Якубовича? Так что спевайте, спевайте, Гоша. Вам это все одно не допоможет. Известны всем успехи нашей власти. Привычных нам у них не водится проблем. У них что треба, есть уже для счастья. Вопрос жилищный не стоит совсем. Свои хоромы они тщательно скрывают от любопытствующих глаз народа. Секрета их никто не разгадает. И уж им секрет? Ну, колитесь, Гоша. Секрет? Об источниках доходов! Гэты танец Гоши Застабільного присвячается памяти Виктора Януковича, який першим з президентов зрозумел закон сувязи поміж колькостью резиденций и непозбежностью революций. Так, прекратите эту свою рок-провокацию, могущую привести к неконструктивной революции.
и не мешайте работать счетной комиссии. Лидия Михайловна, какая счетная комиссия? Все же голоса давно подсчитаны, и прошлые, и будущие. А вот резиденции нет, а их же нету. И в связи с беспочвенными обвинениями в том, что у гаранта есть резиденции, решено подсчитать, что их нет, и предоставить народу правдивую информацию. И для этого необходим ваш ЦИК? Посчитать же резиденции, которых нет, может даже ребенок. Вы, товарищ Застабильный, не знаете нынешних детей. Они ж такого накопают, что ни один избирком не опровергнет. Нет, при подсчетах надо использовать идеологическую математику. Идеологичная математика? Это як? Холоднокровней, Фаня. Лидия Михайловна озвучила новую идею гаранта. Вот именно! Для начала, женщина в платье, запишите и выучите наизусть мою цитату. В таких молодых, динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить еще и опорой государственной идеологии. Вот такая мысль на меня сегодня обвалилась, как яблоко на Ньютона. Ха-ха. Видать, крепко вас шибануло, не меньше, чем Ньютона. Высокочтимый сэр Гарант, настоятельно прошу вас прекратить контрабанду яблок в Россию, так как Россельхознадзор их десятками тонн возвращает. И подозреваю, что все это, согласно закону всемирного тяготения, сыпется вам на голову. Предполагаю, что именно из-за этого вы не можете придумать ни одного нормального закона. Все получаются какие-то дурацкие, наподобие вашего закона о тунеядцах. Берегите голову! Искренне ваш Исаак Исаакович Ньютон. Товарищ Исаак Ньютон только что продемонстрировал вам, чего может достичь человек, если ему голову шибануть всего лишь одним яблоком. А представьте, если этих яблок будет 82,6. Это ж ого-го-го-го! Кобяков! Я здесь! Лидка, это катастрофа! Она, кроме 82%, никаких цифр больше не знает. Так что, она вам насчитает 82,6 резиденции? Жах! Вот именно! Так что убирай ее отсюда и приглашай тех, кто знает арифметику. Так у нас в правительстве ее никто не знает. Тогда приглашай клуб редакторов. Они что, знают? Кобяков, Кобяков, конечно, не знают. Но зато они умеют лучше всех говорить про то, чего не знают. А Лиду убирай. Начинаем подсчет резиденции гаранта. Наблюдателей прошу удалиться. Наблюдать здесь нечего. Лидия Михайловна, наконец-то я вас нашел. Вам надо срочно в Америку. У Америку? У гаранта что, там тоже резиденции? Нет, там скандал. Собрат нашего гаранта по разуму Дональд Трамп получил на выборах всего 55%. Что? Жалкие 55%? Я уверена, однозначно имели место многочисленные нарушения, включая отсутствие предварительного голосования. В Америке у президента всего 55%. Не смог получить этот лох 84. С ничтожным таким результатом, позор всем хваленым их штатам. Пора упразднить целиком их штатовский центр избирком. Ча-ча-ча! Так надо же срочно лететь и поделиться с ними нашим передовым опытом. Полетели! Гоша, и кто ж теперь будет лишить резиденции гаранта, яких нема? На этот счет, Фаня, не волнуйтесь. Мне сообщают, что на станцию Дрозды прибывает окончательная комиссия по конструктивной инвентаризации.
Приветствуйте директора БТ Геннадия Давыдько и акулу-пера Павла Якубовича! Ну что, Геннадий, приступим к подсчету? Сначала, Павел Изотыч, попшикаем. Гоша, что это он робит? А вы что, не видите? Опыляет тычинку Якубовича. Недавно в программе «Клуб редакторов» он освежал воздух, чтобы избавиться от дурно пахнущей информации про 17 резиденций Лукашенко. Гена, ты что, идиот? Ты ж вместо освежителя воздуха дихлофосом на меня пырскнул. Какая разница? Зато эффектно и эффективно. Злее будешь. Журналисты из Белсата не дают спокойно жить. Нос суют куда не надо. Их бы чем-то устрашить. Хотел бы газом я их всех сразу хорошенько освежить. Мы пырстим газом и сможем сразу все проблемы разрешить. Ча-ча-ча! Гоша, Давыдько таки успрымальный до зливов. Як же он глядит свое БТ? Свое, Фаня, не пахнет. Мне, пожалуйста, что-нибудь от собственного запаха. От собственного запаха? Фу! Это ж от вас запахом БТ несет. А его не берет ни один освежитель. И что посоветуете? Попробуйте горохом. Значит так, перед просмотром БТ съедаете целую кастрюлю горохового супа, садитесь смотреть, чуток напрягаетесь и... И? И может удастся перебить запах. Господа, товарищи зрители, мы начинаем инвентаризацию. Вы готовы, Павел Изотович? Готов, Геннадий Брониславович. Вы видите здесь резиденции гаранта? Никаких резиденций я не вижу. Зато есть рояль, одна штука. Так, пометим. Рояль, одна штука. Дальше. За роялем женщина, тоже одна штука. Что значит одна штука? Простите, мадам, мы ищем резиденции, а нашли вас. Не хотите впрыснуться на халяву? Не соглашайтесь, мадам, у него там дихлофос. Ой, можно подумать, твоя совбелка лучше. Господа, я вас понимаю. Вы хотите доказать, что никакой резиденции гаранта в Шершунах нет. Но тогда ответьте, в чьей еще резиденции могут быть милицейская охрана, бассейн, бани, теннисные корты, корпус для прислуги, вертолетная площадка, воздушные шары и фейерверки? Ну вот, Павел Изотович, я ж тебе говорил, будет сплошной слив, так что давай впырснемся. Ух ты, так и запишем. Слив Белсата одна штука. Пырскни еще разок. Паша, побойся Бога, тебе хватит. Ты, отрок, убери свою бесовскую пырскалку, а лучше покажи, как пройти в Шершуны. Так, пишу. Отец Нанопылькин – одна штука. А Шершунов у нас нет. По что, еретик, лжесвидетельствуешь? А по то, что Шершуны – это владыка вам не Исаакиевский собор, на который вы наложили длань. Гореть тебе, отрок, в дихлофосе огненном! Я говорил тебе, Гена, не пырской. А зачем вам наши Шершуны? А затем, что эта сакральная территория должна принадлежать коммерческому отделу Русской Православной Церкви. Там же наши скрепы. Аминь. Какой еще аминь? Наша сакральность, владыка, это всенародное достояние. И продавать мы ее будем сами. За те деньги, которые я назначу, и туда, куда я скажу. Макей! Я здесь. Вот вам Макей подтвердит, что некоторые соседние страны используют историю Беларуси как часть своей собственной. Вот именно, представляете? Используют, и нам за это ничего не платят. Так что имейте в виду, задешево мы ничего не продадим. Все будет в пользу моих будущих поколений. Коля ж растет, и поэтому Макей уже начал в Европе жесткие торговые консультации по продаже нашего героического прошлого, в том числе и всяких сакральных скреп. Но это уже за другую цену. Внимание, господа! В рамках коммерческого диалога с Европой мы начинаем аукцион распродажи периодов белорусской истории.
Итак, налетай, навались, сакральным скрепом удивись. Лот номер один, полоцкая княгиня Рогнеда. Кто хочет попользоваться этим периодом? Рогнеда раз, Рогнеда два. Стоп, Кермакей. Если вы продадите этот лот, то кто будет вместо Рогнеды в вашей истории? Как кто? Гарант, конечно. О-ла-ла, а если вы продадите период Скорины, то его место тоже займет Легарант. При всем богатстве выбора в нашей стране другой альтернативы нет. Шайсе! История страны – сплошной гарант. Но почему же сплошной гарант? А Коля? У нас же Коля подрастает. Да, но я буду вместо Наполеона. О-ла-ла! Александр Григорович, это провокация! Вас клонировали! Где? А вот! Это митинг в Америке! И вон, видите? Там точно вы! Ух ты! Да! Слушай, Лида, как я могу быть там, если я тут? Жах! Если вы там, то здесь вы не вы, а какой-то самозванец! Охрана! Лида, ты что, с ума сошла? Спокойно, гражданин! Я не знаю, где вы настоящий. Там, у Нью-Йорке, или здесь, у Иллюзионе. И как председатель Центр избиркома я принимаю судьбоносное решение. Для установления вашей личности вам придется станцевать для нас стриптиз. Лидия Михайловна, вы что, с глузду съехали? Это следственный эксперимент. На БТ говорили, что наш гарант входит в топ-15 самых сексуальных политиков мира. Так что, гражданин, сбацайте-ка нам что-нибудь сексуальненькое. Я, конечно, Лида, сейчас сбацаю, но потом я вам там у Центра избиркома всем головы пооткручиваю. Что политик я сверхсексуальный, всем известно ведь это же факт. Отрицать это в зале овальном не рискнет ни один депутат. Отрицать это в зале овальном не рискнет ни один депутат. Это, подруга, точно. Я вчера его как увидела, чуть не родила. Наконец-то про мой темперамент разузнал заграничный народ. Не секрет, что я целый парламент перетрахал, кто в рот и не в рот. Не секрет, что он целый парламент перетрахал, кто врет и не врет. Божечки, сором яки. Но согласитесь, это ж точно гарант. Как возбуждает. А это ж я еще только пел. Я ж могу еще и потанцевать. Не треба. Лучше ответьте на вопрос. Резиденция в Шершунах все-таки ваша или не ваша? У меня все давно подсчитано. У нас же были предварительные опросы и надомное высказывание мнений. И что они сказали? 82,6% сказали, что никаких резиденций у гаранта нет. То есть вообще... Есть 17 общенародных резиденций, принадлежащих каждому из белорусов. Ха! Так отрымливается, что у меня есть резиденция у Шершунах? Да, Фаня. И любой журналист может слетать туда на своем личном вертолете. Журналисты Белсата, вставайтесь! Ви есть окружены! Хэнде хох! Их бин добытько! Вам не увидеть вашу всенародную собственность! Вставайтесь! Иначе мы начинать на вас пырскать! Белсат не сдается! Усих не опырскаете! От коттеджа в Дроздах устал! Как-то тесно там, между прочим! Я бы жить на природе стал! Свежий воздух люблю я очень. Тут повсюду гаранта земля. Себе домик построить тут вправе я. Но тебе его видеть нельзя. Мы испортим твою биографию. Тут повсюду гаранта земля. Резиденцию строить тут вправе я. Но тебе знать об этом нельзя.
мы испортим твою биографию. Среди леса дворец повстал, дорогой и роскошный очень. Жить бы в нем постоянно стал, наслаждаясь и днем, и ночью. Тут повсюду гаранта земля, и начать тут строительство вправе я. Но тебе тут слоняться нельзя, мы испортим твою биографию. Тут повсюду гаранта земля, даже бункер тут выкопать вправе я. Но к нему приближаться нельзя, мы испортим твою биографию. Понял, бля? Брониславыч, пыркните на него еще разок. Репортер тут крутиться стал, все снимает он днем и ночью. И чего он к дворцу пристал? Разозлил он меня, ну очень. Тут повсюду гаранта земля, и дворец себе выстроить вправе я. Но тебе его видеть нельзя, мы испортим тебе биографию. Тут повсюду гаранта земля, даже бункер тут выкопать вправе я. Но тебе знать об этом нельзя, мы испортим твою биографию. Александр Григорьевич, нас засекли. А вы пырскали? Пырскали, но не помогло. Тогда будем отходить огородами на заранее подготовленную 18-ю резиденцию. Так ее ж еще не построили. Так чего вы спите? Попырскайте и начинайте строить. Отрок, где это я? Это шершуны? Не, дядечка, это каса иллюзиону. А что с вами здарылося? Сусанин, мля, прости, господи. В общем, сестра, этот ваш иллюзион вместе с кассой мы конфискуем в пользу коммерческого отдела Русской Православной Церкви. Это в честь чего? Это токмо в честь отмененных налоговых льгот на импорт алкогольной и табачной продукции. А при чем тут иллюзион? А при том, что иллюзион – это несанкционированный опиум для народа. За опиумом, батюшка, приходите через неделю.